Bus. Bus. Weil es hier ist nicht so die Wand. Вот те самые кубки за ДФО, которые будут вручать уже завтра новоиспеченным призерам и чемпионам по ката-кумите, групповым катам. Также будут дипломы за лучшую технику, первенство, чемпионаты, за волю к победе и множество других наград. Дети уже начинают помаленьку собираться, готовиться. Зал практически готов. Зал-то готов. Со вчера. Все, в общем, ждут начала турнира. Натирают. Дадянг полирует, чтобы блестел. Волонтеры, спортсмены. В общем, все будет на высшем разряде. Даже вот здесь идут рабочие циферблат с оценками по ката. Ну, в общем, здесь все на очень высоком уровне. АКР, ВРОК, АКР, Российский союз боевых искусств, Масутация Яма. Как видите, проходить будет на трех татами. Первый, второй, третий. Будем ждать, готовиться. Вот такие вот серьезные награды ждут ребят, участников первенства чемпионата Дальневосточного федерального округа. Награды очень достойные, как вы видите, они практически треть моего корпуса. Это такой весомый, серьезный наградной фонд. Ребята уже, участники смотрят, облизываются, на меня смотрят. Понимает, что я держу чей-то приз. Я завидую. Будем ждать, смотреть, кому же они достанутся. Вот эти очень серьезные награды. Ус. Вот так вот у нас завязывают галстуки. Каратисты. Необычная техника. Это не пояс. Практически морской узел. Потом главное сильнее завязать на шее. И не ослаблять. И получает, смотрите, шикарный узел. Все как в лучших домах Парижа и Лондона. И натягиваем на шею резким движением. Судьи готовы, участники готовы. Сейчас будет награждение. Thank you.
Также определится четвертый сильнейший в чемпионате и в поединках и финалисты Дэвиса. Для них турнир положен сразу. Уважаемые участники, соревновались, создали правила, уважайте своего противника и решение судей. Проявите свои лучшие качества, вместо слов и выбор. Желаю отправить соревнований чемпионата и возрастных групп 16-17 за существенное изменение и наполнение. Надеюсь, что вы и ваши инструктора пришли в вашу подготовку. Обращаюсь к судьям. Судите справедливо, определите сильнейших, покажите свои достойные качества. От имени организации выражаю благодарность Министерству спорта Хабаровского края за помощь организации соревнований, друзьям и партнерам за финансовую поддержку. Организаторам турнира, врачам, региональным представителям, что нашли возможность с ними помогать. Как вы знаете, в Японии состоится очередной чемпионат мира среди женщин, ветеранов. Международный турнир «Добрая воля» и «Перестановлен среди детей». От нашей организации заявлено 69 участников. Желаю всем им достойных поединков и побед на этих 30 соревнованиях. ОС. Как вы думаете, кто это? Это очень знаменитый человек в мировом кикушине. Все, конечно, стараются с ним сфотографироваться, пожать руку, что, собственно говоря, я тоже сделал. Надеюсь, получится взять интервью. Человек такой достойный, серьезный, очень больших высот добился в кикушине. Очень хороший человек, очень ответственный, очень порядочный человек. Но его сногсшибательная борода не дает покоя всем каратистам и не только. Все, начался у нас первенство, чемпионат по ката. Первые участники, это самые первые участники, которые сегодня начинают открытие данного турнира. Ребята волнуются, особенно кто выступает на втором татами, потому что перед ними сидят судейские шиханы. На этом же втором татами сегодня буду судить я. На мне очень будет большая ответственность. Я надеюсь, все пройдет хорошо. И я не посрамлю Республику Хакасия. Всем ОС! Нахожусь при втором татами. Вот готовится у нас часть. Как фамилия? Еговская Мария. Еговская Мария будет выступать. Сейчас посмотрим, как она выступает. Засветим ее на нашем канале. Ребята волнуются. На заднем плане у нас третья и второе татами идет. Ну, а дальше первая. Я при втором татами иду. Буду встречать, провожать, смотреть, чтобы у девушек не было никаких драгоценностей в ушах, на шее и так далее, колец и так далее. Выступает сенсей, третий дан, черный пояс. Виолетта вместе с ней занимались, тренировались на сборах на Байкале. Уже третий дан. Нужно догонять, нужно догонять. Посмотрим, как выступит. Надеюсь, все успешно, спокойно, размеренно. Ну, как говорит сама Виолетта, каждый раз, как первый раз. И это хорошо, так и должно быть. Должна быть загадка какая-то. 6-0, 6-5, 6-5. Вот так вот, ребята, прошедшие первый круг, пошли на жеребьевку, сейчас будут тянуть билеты, кому какое выпадает на
продолжение выступления. Волнуется. Да, сегодня я начинаю выводящий. Новый опыт, интересный. Проверяешь форму одежды спортсмена, контроль. А обычно у себя на Хакасе это рефери, боковой судья, секретарь. Здесь уже приходится пройти все ступени судейства. Опыт интересный, насущный. В общем, оцените, как кормят наших судей прекрасных, как нас встречают, плов, салаты, что у нас там, колбаска, сыры, лепешки, так это что у нас, шашлык, да? Шашлык, шашлыки, баранина, да, шашлык? Да. Шашлык из баранины, вот так вот нужно встречать судей, кормить, чтобы они добрые сидели. Потом сауна будет. Это отдельно. В общем, вот так вот здесь все шикарно. Так, там шикарно может быть баранина. Уже известны призеры, чемпионы Хаката. Сейчас работают у нас ребята в групповом ката. Ждем их выступления, оценки. И начнется кумите поединки. Наша судейская бригада готовится ходить судить в кумите. Тактику разрабатываем. Как будем их судить, смотреть, контролировать. В общем, будет интересно. Но мы готовы. Мы всегда готовы. Все, началось награждение ребят, участвующих в Паката. Награждает три шихана. Кубки, конечно, шикарные, большие. Родители переживают. Маленькие такие это не начинают. Начинают такими малышами, потом вырастают уже сами в тренировку. Вот так вот происходит награждение. Награждение уже призеров, чемпионов. Первый для них турнир Паката закончен, завершился. Сейчас после этого награждения начинаются поединки первенства и чемпионата по кумите. Для нас, конечно, это более такой важный момент. И здесь можно уже выявить ребят, которые в дальнейшем поедут на Россию. Ну, собственно говоря, вот эти все призеры, они уже едут на Россию Паката. Ну и дай бог, они себе еще сегодня заслужат, заработают кубки по кумите. Более такому, скажем, вескому, более такому серьезному виду. Вот и наградили всех призеров, всех чемпионов Паката. Довольно счастливые, сейчас пойдут на общее фото фотографироваться. Все, вот они чемпионы, призеры Паката. Чемпионат Паката 2000 федерального округа. Кёкусинка и карате запрещены. Удары касания головы, шеи или лица противника рукой. Удары в пах. Удары головой и опасные движения головой. Удары спереди в коленный сустав. Удары в спину и в любую часть позвоночника и затылок. Атака лежащего противника. Захваты и удержание любой части тела противника и его спортивной формы. Любые толчки плечом и повторяющие толчки. Удержание рукой части тела противника. Касание грудью в клинче. И касание рук в клинче. Разрешенная техника. Кёкусинка и карате разрешены. Удары руками из стойки или в прыжке по корпусу.
руками или ногами стоящего противника. Удары ногами из стойки или в прыжке по голове, по корпусу, рукам или ногам, подсечки. Имитация добивания упавшего противника прямым ударом кулака. Бесконтактные атаки руками в голову. Одиночный толчок соперника двумя руками. Одиночный толчок соперника одной рукой. Подхват ноги противника с последующей атакой. Первый круг обсудили. Но интересно судить, когда на тебя смотрят 3-4 шихана. Интересно судить. Сейчас даже без отдыха опять выводящим. Тут отдыхать некогда. Но это и хорошо. Прям в таком позитиве, в таком напряжении, в таком, такой динамике хорошей. Слышите, наверное, да, как болеют сзади болельщики. Вот такая вот интересная штука получилась. Реально вкусная. Мне что тут нравится? Ох, отсвечивает как. Мне тут нравится в Хабаровске. На стадионе есть различные забегаловки, везде можно перекусить. И главное, их тут много, то есть и очереди по факту нет, это очень удобно. Отсудили сейчас очередной круг. Впервые в жизни так получилось, что на этой Сибири я судил ветеранов. Это тоже интересный другой опыт. Здесь нужно быть очень внимательным, когда дерутся уже люди, которым за 35, особенно тем, кому ближе к 49. Нужно быстрее реагировать, и ну, очень интересный опыт был. Ну и все-таки работать, судить на центральном татами, на втором, которому большее внимание, более пристрастное внимание шиханов, старших судей и так далее. Полюс здесь выступает на втором татами, на среднем татами, более опытные бойцы. То есть если у нас первое, третье татами идет, там выступают младший состав, там юниоры, дети, да, но второй татами — это уже взрослые люди, это уже люди опытные. Интересный опыт, говорю, большой, огромный опыт я приобретаю здесь, тем более вот совсем недавно, буквально 3 недели назад судил в Сибири, и здесь я получаю другой опыт абсолютно. Очень важно молодым инструкторам и не только молодым судьям обязательно ездить, судить на различные уровни турниров, мероприятий. Одно дело, когда вы судите местный уровень, там городской, районный и так далее. А другое дело, когда вы судите уже серьезные турниры, Сибирь, Дальний Восток, Центральный там, Урал, или это будет Россия, или более высокие турниры. То есть нужно ездить, необходимо получать этот опыт, необходимо получать эти знания, потому что проходят постоянно судейские семинары, и на самом деле приобретаешь сумасшедший опыт, который в дальнейшем можешь использовать. Я сейчас скажу, за последние 3 недели, ну возьмем последний месяц, да, я узнал за себя столько много по турниру, по судействам, по организационным моментам, что в дальнейшем буду, конечно, практиковать, внедрять, стараться улучшить это все, повысить свой уровень, повысить уровень инструкторов, которые работают у нас в федерации. Ну, работы еще полно на самом деле. Всем ос. Все, закончился первый день. Сейчас выбираем лучших бойцов за лучшую технику. Как вы слышите, воля к победе, звучат фамилии, смотрят сенсеи, все голосуют дружно, выбирают лучших. Призеры, чемпионы, ветераны. Интересно тоже сегодня дрались они, интересно было судить их. Вручили им дипломы, вручили им кубки, медали. Ну, говорю, довольно-таки интересный опыт. Игорю интересно было судить их.
Для меня это было впервые. Для меня это открытие, для меня это что-то новое. И меня это радует. Здесь идет разминка, подготовка. Первое предупреждение получает боец белого пояса. Ребята готовятся. Кому-то уже скоро пояс, кто-то на прогреве все время. У каждого своя подготовка, разминка. У меня в руках очень интересный кубок. Это у нас переходящий кубок за первое командное место. Детская Юштернброк. Здесь идут гравировки, кто в каких годах им владел. Кто-то вот Хабаровский край, тут трижды. Так далее, так далее. То есть вот этот переходящий кубок сегодня заберет одна из приморских команд, а может не приморских, но в общем дальневосточники, кто-то владеет сегодня этим кубком и поставят у себя его в додже до следующего турнира. Есть вот такой вот кубок переходящий, это переходящий командный кубок чемпионата дальневосточного федерального округа, такой вот весенка. Но я вам честно скажу, вот я его сейчас держу, у него вес, наверное, килограмм под 7. Мощнейшая награда, которую тоже сегодня заберет одна из команд и поставит у себя в додже, будет целый год ходить на него, любоваться. А в следующем году его опять будут разыгрывать. С каждым годом этот кубок переходит из школы в школу, с федерации в федерацию. Вот так вот. Вот такая вот мощность, даже если сравнить с кубками, которые стоят у нас, которые будут вручать. Вот этот кубок очень серьезная награда. Это общее достижение всей команды, команды тренеров, инструкторов. И это огромная работа. Боритесь за такие награды. После чего обязательное решение судьи. Все, закончился у нас чемпионат, первенство ДФО. Идет награждение призеров-победителей. На заднем плане вы видите, построили всех победителей, всех призеров. Сейчас у них кульминационный момент. Награждение проводят шиханы. Очень много здесь руководителей организаций, очень хороший, высокий уровень проведения турнира. И за первое место награждается Скотникова Татьяна, Еврейская автономная область. Слышите, победителей, призеров называют. Здесь у нас желающие сделать фото призеров и победителей. И чуть позже сниму уже, когда они получат свои, наконец, долгожданные награды. Посмотрим, сколько их будет на общем фото. Всем ос! На этом пьедестале у нас с вами Еврейская автономная область в лидерах. Хорошую технику показали. Последний крайнее награждение индивидуальное. Сейчас будет дополнительное награждение. Отдыхают призеры. Награждаются чемпионы. Получили свои награды. Ждут дополнительные награды свои и ждут, кто же все-таки взял командные. Скажу вам честно, я уже знаю, это у нас Хабаровский край, они забирают командные и первенство, и чемпионат в этом году. Лучший боковой судья чемпионата. Сейчас будут вручать награду лучшему рефери чемпионата. А, ну здесь, как обычно, чемпионата и первенство. Лучшие лучший рефери чемпионата награждается Князев Роман, участник. Князев Роман, лучший рефери. Но это так и есть. Вот наш герой пролетает мимо, очень опытный. Второй дан, через год будет сдавать на третий дан. Дважды был за 17-18 год в Японии, проходил судейские семинары. И пообщавшись с ним, я узнал очень много полезной и нужной информации. Спасибо ему большое. И вообще на этом турнире я, еще раз повторюсь, огромное количество информации для себя новое узнал.
особенно по новым правилам, которые необходимо уже изучать всем инструкторам и тем более всем ученикам. Самая интрига. Какая команда собрала самое большое количество наград? И кто из мальчиков сейчас испытает особенную гордость за своих учеников и за свой труд? Дорогие друзья, мы готовы иметь победителя в командном зачете. Итак, по итогам первенства Дальневосточного федерального округа Токио, Кушинкай и Карате среди юношей и юниоров побеждает команда Хабаровского края! Хабаровчане забрали кубок Семченко Роман, сенсей, очень, самый, наверное, молодой сенсей, 24 года, уже сдал на третий дан, имеет около 200 учеников, тренирует сборную Хабаровского края, в свои молодые годы уже человек-легенда в России, да, наверное, не только, за ее пределами. И сейчас будет самый основной кубок, огромный кубок, тяжелый, я его держал в своих руках. Это как раз вот, по итогам чемпионата Дальневосточного федерального округа по Кёкушинкай карате среди взрослых победила команда Хабаровского края. И опять Хабаровский край. Сегодня они были на высоте. Этот кубок достается им. И опять сенсей Семченко Роман. Так как он тренирует, напомню, сборную Хабаровского края. По сути, это в первую очередь его награда. И она заслуженная. Но кубок серьезный, тяжелый. Вот такая вот награда. Два переходящих кубка переходят в Хабаровский край. С чем их, собственно говоря, и поздравляем. Спасибо.